эфире «Еда. Живая и мертвая». Программа о том, что вредно, а что полезно. А на берегах Волги в Самарском техническом университете йогурт сумели усовершенствовать. Высушив, дали ему способность храниться месяцами, оставаясь при этом живым. Все благодаря свойствам микроорганизмов как бы впадать в спячку, когда их подвергают тяжелым испытаниям. Почему бактерии сохраняются живыми? Лактобактерии неустойчивы к замораживанию и засушке. А здесь происходит замораживание и высушивание. Вот, поэтому они сохраняют свои свойства, свою жизнедеятельность. В итоге йогурт выглядит как порошок, но ни кислород, ни свет уже не влияют на лактобактерии. Число микроорганизмов остается неизменным по истечении полугода и лишь незначительно сокращается к концу 9-го месяца. Что особенно приятно, вкус остается неизменным. Ученые уже провели тесты с ряженкой, таном, но лучше всего себя проявил йогурт. К нему можно добавить таких же высушенных ягод и развести водой. Это превосходно. Слегка кисленький йогурт, сладкие ягоды. Идеальное сочетание. Идеально. А уж как красиво.